Известный композитор Григорий Гладков, автор песен для культовых мультфильмов «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег» и других, напишет музыку для нового спектакля Чувашского театра юного зрителя. Сейчас композитор принимается за работу. Говорит, что идей много, но не все получат воплощение, только лучшие. Авторская музыка и песни прозвучат в спектакле «Золушка». Постановка в рамках проекта «Театр и детям». Режиссер – заслуженный деятель искусств Республики Мариэл Василий Пиктеев. Я очень жду этой работы. Я уже эту тему знаю. Я писал музыку «Красной шапочки» в других театрах, музыку к художественному фильму «Сказки старого волшебника», который весь сделан по сказкам Шарля Перро. Скоро премьера «Золушка» в театре юного зрителя с музыкой Григория Гладкова, вашего покорного слуги. Спасибо. Специально для телерадиокомпании «Чувашия», заслуженный деятель искусств, лауреат премии правительства России, член Союза композиторов Григорий Гладков.